Groovy. Всем хай, с вами Юджин, и сегодня, друзья, вроде бы уже вечер и пора ложиться спать, но я не могу, когда такой бардак. Я ненавижу, когда в комнате валяются предметы на своих местах, отвлекают мой взгляд и нагружают мою голову лишней информацией. Никакого порядка, никакого хорошего сна. Сейчас мы будем нормально-таки пылесосить, убирать... Эй! Прости, что звоню тебе так поздно. Но ты не можешь зайти ко мне домой и прибраться? У меня там бардачок такой. Скоро гости придут утром. Ой, спасибо, да, иди, короче, батрач. А, мы будем не у себя убираться дома. Черт, нас вызвали поздно ночью. Как можно? Как можно так поступать? Я что, раб какой-то? Видимо, да. Мне нужны деньги позарез. Как темно здесь. Итак, используйте васт, чтобы двигаться. Отлично, спасибо. И теперь трите. Трите шваброй. Все, что вам нужно знать. О, боже мой. Ты что, есть такое? Поднимите и положите в мусорку. Подняли, положили. Прикольно здесь сделано, чтобы смотреть. А ваша задача таб. Хорошо, мы вход прочистили. Теперь нам нужно ванную. Давайте найдем ванную. Ванная, а она прямо здесь. Кто обгадил весь пол? Какого фига? Ладно, все, давайте просто уберемся побыстрее и пойдем домой. Он сказал, немножечко бардак. Да это ж просто пипец какой бардак. Все, эту дверь больше нельзя закрыть. Видимо, мы закончили с ванной. Да, хорошо, а вот эта дверь, что за дверь? Давайте узнаем, она закрыта. Там нужно будет еще найти ключ. Чертовски неуютный домик здесь. Дверь закрыта. Это что? Это гостиная? Это столовая? Это гостиная. Ну что, давайте убирать. И, к счастью, у меня есть импортное чудо-швабра, которое очистит ваш ковер от любых пятен. Посмотрите, вот я проливаю вино, вот я проливаю кровь, вот я проливаю слезы. Все очищает. И здесь чисто. Это мы куда можем убрать? Где есть урна здесь? Где должна быть урна? Вот она! Кстати, если вы не заметили, это игра типа хоррор. Так что, если что, вот, бойтесь. Хорошо, очередное пятно вычистили, бутылку подняли. Я так понимаю, завтра утром зайдут гости, которые продолжат веселье здесь и продолжат мусорить. Так, все, быстрее класть, как же много ты пьешь и много блюешь на пол. Это блевотина? Интересно, вообще, что это за пятно? Непонятно. Этот человек вообще когда-нибудь убирался здесь? И, судя по всему, он очень давно меня не звал к себе в гости, чтобы я как-то прибрался у него. И решил внезапно, через год после последнего моего визита, позвонить мне посреди ночи. Так, яблоко? Это нормально. Кто бы стал выбрасывать яблоко? Даже если оно откушено, я все равно... Что? Кто-то постучался. Откройте. Ой, неприятно здесь, неприятно. Погодите, мы закончили с кухней, а теперь гостиная. Мы здесь тоже все сделали вроде бы, но как будто не закончили. А-а-а, пятно скрылось в темноте. Вот теперь мы закончили как раз таки. А теперь коридор. Пойдемте в коридор. О, блин, что? Кто это? Это в окно постучали, в дверь? Непонятно. Давайте будем сюда все складывать. По одной бумажке, по одной. Вот бы какой-нибудь мешочек можно было взять, рюкзачок, который бы все сложили и сразу в урну бы отнесли. Опять звуки. Ха. Игра готовит меня к чему-то. Чувак, который меня позвал, на самом деле здесь, он мертв. Ключ! Все, прогресс, отлично, сейчас мы быстренько все протрем. Бутылку забрать. А, блин, о, фу, черт, здесь кто-то есть, я не ожидал этого, вот этого я точно не ожидал, что кто-то будет наблюдать за мной, кто-то следит за тем, как я навожу порядок, не халтурю ли я, а я, знаете, очень ответственный работник, я всегда максимально досконально все убираю, итак, видите, hallway, коридор полностью чист, но мы нашли ключ от какой-то двери, но... Не могу понять пока какой. Здесь есть две двери, которые закрыты. Наверное, это здесь. Да. О, боже мой! Мать честная.
Здесь можно как-нибудь свет включить? У меня не очень хорошее зрение. Ладно, будем как-нибудь. Просто мети, скреби шваброй по всем местам, по всему полу. И ты точно все уберешь. Ладно. Ладно. Главное, что мы живы. Это самое важное. Мы сейчас в зоне... В зоне войны, я бы сказал. Мы сражаемся за порядок. У нас нет времени рефлексировать. Потом, когда мы вернемся домой, уже тогда будем думать о том, какой кошмар мы только что пережили. Итак, мы закончили с офисом. И теперь мы добыли еще один ключ, который проведет нас в какую-то стрёмную комнату, которая, наверное, еще стремнее. У меня грудь очень сильно сжата. Черт, эта дверь закрыта. Это не та дверь. Моя дверь там, дальше, в коридоре. Я уже не знаю. Здесь так неожиданно появляется... Черт! Такой крик у меня только что был жуткий. Здесь непонятно, откуда ждать призраков. Это, кстати, вообще очень необычный жанр. Ты вроде как это симулятор уборки играешь, но в то же время это еще и изгнание духов, наверное. Не знаю, я уже дух испустил свой, как минимум. Я уже мертв внутри. Спасибо тебе, игра. Мертвым внутри как раз-таки нужно быть, чтобы спокойно заниматься уборкой. Потому что я ненавижу уборки. Я сказал вначале, что я люблю порядок. Я лгу вам. Все время, друзья. Все это время. Я не знаю уже. Будь что будет, друзья. Будь что будет со мной. Блин! Это тень от этого пропеллера, от вентилятора. Боже мой, не появляйся, монстр. Не появляйся. Ой, говорю тебе, клянусь, не готов я видеть тебя. Опять же, непонятно, откуда ты можешь прийти, в какой момент ты можешь появиться и в каком виде. Ой, пожалуйста, перестань. Есть? Осталось последнее. Ванная господина. Тут, погодите, ну тут же две двери, а одна из них... Нет. 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 Вот эта штора откроется и сделает мне страх. Ладно, давайте... Продолжаем? Тут много, много крови. Очень много крови. Очень много крови. Мы сделали? Иди домой. Спасибо. А деньги кто-нибудь мне заплатит? Ой, блин! Под кровать! Я видел! Рука под кроватью! А вот эта дверь, для чего она? А вдруг там нужно будет бежать сейчас от кого-нибудь? А вдруг? Ох, мурашки сковали мое тело, просто покрыли все тело. Нет. Пожалуйста. Нет! Сейчас допрыгнет! Узнайте, почему шум? Да мне не похрен ли? А, нет, это же моя работа. Если там что-то разбилось, мне нужно убрать. Все. Вы что, охренели? Концовка очень мертв. Возможно, слишком поздно говорить это, но, может быть, не иди мне ко мне домой. Я вроде как демона вызвал. Так что, надеюсь, ты в порядке. И здоров. И жив. Пока.
Забыл упомянуть маленькую деталь. Я как бы, ну, слегка чуть-чуть демона вызвал. Ну, самого древнего демона, который еще до начала времен существовал. Ну, вот случайно. Поэтому, наверное, не стоит тебе идти ко мне домой. Вот. Надеюсь, ты в порядке. О, боже мой, это было круто. Это было очень просто и очень круто. Мне понравилось. Интересно, можно ли получить другую концовку здесь? Я без понятия, но я бы хотел попробовать это сделать. А давайте попробуем. Что, если нам ничего не убирать? И просто домой. Просто домой пойти сразу. Развернуться и пойти домой. Sorry for calling you so late, but would you Или... mind going by the house and do a quick cleanup? Кстати, Lixian, разработчик этой игры, насколько я знаю, это монтажер летсплеера Markiplier. Okay, thank you. Так, что я хотел? Да, я хотел попробовать ничего не делать и просто уйти домой. Ага. Блин, нет, так не получится. Не получится. А что если нам не убираться вовсе? Ой, страшно, а. Давайте сейчас пройдем туториал. Окей, спасибо. А теперь мы вернемся просто. Нам же что нужно сделать? Самое важное, это просто дойти до той комнаты, до той ванной. А значит, просто ключ найти. Нам нужны ключи. Здесь ключа нет. Ключ где-то здесь лежал. Вот здесь он был. Мы берем его. О, блин! Вот он. А-а-а! Так он долго на меня смотрел. Почему ли до сих пор это пугает? Почему? Сейчас он придет. Появится здесь, да? Нет, 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 нет. А, по-моему... По-моему, вот сюда надо. Вот здесь появится сейчас. О! Да, нет, жутко, очень жутко. Очень жутко. Вот, ванная. Да! Смотрите, мы вообще ничего не убираем. Вот так вот делаем чуть-чуть. Чуть-чуть прибрать. И пойти домой. Это сработает? Или не сработает? Домой! Домой! Мы живы! Нет! Хорошо, что я смог на тебя рассчитывать, чтобы ты сделал свою работу. Ой, погоди! Ты ничего не сделал! Спасибо тебе огромное! О, еще ты уволен! У этого человека биполярка. Слушайте, мы получили обе концовки даже. Вот так вот мы запарились над игрой. Огромное спасибо, друзья, что смотрели. Я пуст внутри, а то ужаса. Это было очень страшно. То есть это скримеры, которые действительно действовали, работали хорошо на меня прям так. Надеюсь, что вы тоже дернулись. И надеюсь, вы не подперхнулись, пока смотрели меня, если смотрели со жрачкой. Что ж, друзья, это было круто. Еще раз давайте поставьте лайк мне, если хотите. Я буду очень рад. И увидимся в следующем видосе, любом другом, который я сделаю. А если у вас день рождения сейчас, то поздравляю. С вами был Юджин, и всем пять!